Самара живет баскетболом. Показать мастер-класс в игре, получить автограф от российской сборной и собрать свою команду. Все это можно было сделать на открытии новой площадки в парке «Воронежские озера». Лев Потапов пришел на открытие, заранее подготовившись. В команду взял самых ответственных учеников из спортивной школы номер 13. Парень 7 лет занимается профессиональным баскетболом и верит, если таких площадок будет больше, многие полюбят эту игру. Я рад, что такие площадки создают. И люди приходят и играют в баскетбол. Зарегистрировались с приятелями на главный турнир «Самара Open», который будет проходить 30 августа на почте Куйбышева. Федерация баскетбола Самарской области за это лето построила уже 3 спортивных площадки в парках и скверах Самары. Через пару недель спортсмены смогут провести мини-турнир в парке «Дружбы». Новая площадка появится здесь в начале сентября. Главная цель – собрать всех любителей баскетбола, дать им возможность бесплатно 24 часа в сутки заниматься спортом. Для этого на всех площадках предусмотрено специальное освещение, безопасное покрытие и новые антивандальные стойки. Самара – баскетбольная столица. Давайте так решим и запомним навсегда. Вы знаете, я процитирую президента нашей федерации баскетбола Самарской области Владимира Евгеньевича Аветисяна, который сказал, что развивать баскетбол можно только, сделав его общедоступным для всех детей. Если будет больше площадок, будет больше занимающихся баскетболом. Напомним, 30 августа Самара станет местом проведения большого баскетбольного турнира в памяти заслуженного тренера Юрия Тюленева. Призовой фонд составит 1 000 000 рублей. Принять участие может любой желающий с 9 лет. Валерия Куценко, Василий Колдашов. События.